сейчас я вас буду угощать. Как думаете, чем вас Дед Мороз угостит? Что вам Дед Мороз? Молодец! Сейчас мой золотой, пожалуйста, тебе. Сейчас. Нас пригласили поучаствовать в празднике мороженого. Конечно, мы с удовольствием. Вообще, мы участвуем во всех мероприятиях, куда нас приглашают. А здесь же это вкусное мероприятие, понимаете, это же мороженое. Но мы с удовольствием собрались в центре, придумали костюмы, выход на подиум. И, в общем, вот с такими позитивами пришли покушать мороженое. Вообще, дети наши, они ждали этого. Мы уже 2 дня почти не спим, готовимся. У меня Данил говорит, это как день рождения, потому что все красивые, еще и мороженое, еще все такое яркое. У каждого ребенка есть индивидуальная программа реабилитации, в которых один из пунктов у нее социокультурная реабилитация. Этим и занимаются наши специалисты. Они проводят, организовывают культурно-массовые мероприятия. Есть как индивидуальные занятия, так и групповые. Есть клубные работы, где занимается с детьми психолог, как индивидуальных, так и тоже групповой. Наши дети, будучи в центре, они приобщены к сцене. Они любят публичность, они любят выступать, они любят радоваться и радовать. И вот подготовка костюмов, подготовка к выступлениям для нас – это целый праздник. Поэтому, когда мы приходим в какие-то места, мы от этого получаем настоящий драйв. Кто приходил, кто давал мороженое вам? Мороз. Дед Мороз? Да. Как вообще, вкусный мороз? Весело было? Да. Я пойду работаю, а болеть будет как кот. Давай, подарите. А танцы вы танцевали какие? Да. Так и музыки. На этой кухне Лиза и музыки. Спасибо всем. Ну, отдыхали здесь. Чему праздник был посвящен вообще? Что здесь происходило? Расскажите об этом. Ну, мороженое получили мы. Ага, а кто раздавал мороженое? Дед Мороз. Весело. Весело. Уже 5 лет реабилитационный центр «Солнечные дети» помогает необычным ребятам учиться жить и взаимодействовать с обществом. В Оренбурге и в Оренбургской области зарегистрировано около 700 детей с синдромом Дауна, воспитывающихся в семье. Реабилитационная работа ведется под руководством медиков, но и родители не остаются в стороне. Вот и к празднику мороженого своими силами изготовили яркие тематические костюмы. Мы дома не сидим. Мы постоянно на взводе. Мы постоянно где-то участвуем. Это вот обязательное мероприятие. Вот последнее мы сейчас приехали из Солнечной страны. Мы были в Солнечной стране. Первый поток 9 человек, 9 мам и 9 детей, да? Они в восторге тоже были. То есть они учатся у наших деток, да, доброте, а мы учимся у них. Когда мы уезжали, да, детки плакали. Обычные детки, вот мы настолько с ними слились, да? Мы настолько участвовали во всех мероприятиях, потому что там вот нету отдыха в лагере. Мы постоянно там на подъеме. Браво! Брависсимо! Ура, ура, ура! Браво! Брависсимо! Ура, ура, ура! Наталья Богданова, Олег Николаев, городской телеканал ЮТВ.